Брещанка Ирина такую аномальную для нашего края погоду любит и переносит хорошо. Она из тех, кто не упустит возможности позагорать на городских пляжах, однако считает, что в этом деле слишком хорошо, нехорошо и совершенно не обязательно мучить себя на солнце. Не понимаю тех людей, которые пренебрегают простыми правилами поведения на солнце в жаркую душную погоду. Но весь парадокс в том, что все мы знаем, как вести себя в знойные дни. Да уж чего проще? Одеть легкую светлую одежду с простых тканей, с натуральных, вернее, тканей, пить побольше жидкости, не злоупотреблять ни алкоголем, ни курением, оставить на время физический труд. Надо соблюдать все эти правила и любить себя больше, а к солнцу относиться с уважением и с осторожностью. А некоторые жители самого теплого, находящегося на юго-западе Беларуси города, уже переусердствовали с принятием солнечных ванн. Только в Брестскую областную больницу с солнечными ожогами было госпитализировано 3 человека. Все уже прошли курс лечения и выписаны домой. В ожоговом отделении медучреждения пострадавших от палящих лучей сегодня нет. Но врачи не перестают бить тревогу, напоминая о мерах безопасного пребывания на солнце. Надо исключить длительное пребывание на солнце. Рекомендуется носить легкие головные уборы, одежду, которые предохранят от прямого действия солнечных лучей. Рекомендуется обильное питье с исключением спиртного. И если все-таки вы получили солнечный ожог и ваше самочувствие нарушилось, появилась выраженная общая слабость, тошнота, повысилась температура тела, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Горячие лучи солнца могут заглянуть и в детские коляски. Особо акцентируют медики. На чеку родителям нужно быть всегда. У нас было 3 пациентов, 2 новорожденных детей, которые получили ожоги лица на прогулке в колясочках. И женщина с 40% ожога поверхности тела первой и второй степени. Среднестатистическому белорусу достаточно 30 минут пребывания на солнце, чтобы получить ожог. Поэтому прислушаться к советам медиков лишним точно не будет. Тем более, что выходные обещают быть очень горячими. До плюс 34 по прогнозам синоптиков. Если ожог первой степени, то да, можно применять и пантенол, аэрозоль. Можно применять, как в народе принято, сметану, кефир. Но если появляется уже эпидермальные пузыри с серозной жидкостью, это чревато инфицированием и углублением ожогов. Поэтому самолечением не рекомендуется в таком случае заниматься. К слову, за год в Брестскую областную больницу ежегодно попадают около 10 человек с диагнозом солнечный ожог. Однако и эта относительно небольшая цифра может быть меньше, и солнце может быть другом, а не врагом, если не пренебрегать элементарными мерами безопасности.